Новые созидатели – проект, в котором рассказывается о наших современниках, представителях различных профессий, которые сегодня делают атомные города лучше, создают, объединяют, формируют. В конкурсе принимают участие города Росатома. Директор Музея военно-морской славы Сергей Яковлев и его команда тоже решили подать заявку. Мы подали заявление об участии в этом конкурсе, где рассказываем о тех делах, которые мы сделали, но в частности, так как нужен руководитель проекта, то есть я как директор и представитель организации, директор нашего музея, рассказываю о своей деятельности, о нашей деятельности организации и в том числе то, что было достигнуто нашим музеем. Каждый год Музей военно-морской славы пополняется уникальными экспонатами. Сейчас в нем 38 экспозиций, более 3000 экземпляров. Единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова – передвижная выставка, которая проехала больше 28 городов России. В прошлом году мы на Чукотке побывали с нашей выставки. Участники уже 7 раз главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге, в Кронштадте, с чем тоже очень гордимся. И, кстати, даже по просьбе наших постоянных посетителей и слушателей, мы сейчас подготовили даже стенд по маршрутам нашей выставки, где показываем географию перед нашего передвижения по стране и какие города, населенные пункты мы посетили. Выставки музея посетили более 400 тысяч человек. Более 2000 экскурсий прошло в разных крупных городах. Музей активно работает и в Сарове. Но, по словам Сергея Яковлева, среди городов Росатома музей почти никто не знает. Проект «Новые созидатели» поможет исправить это. Мы хотели бы, чтобы все-таки о нашем музее знали все-таки в нашей великолепной стране Росатома. Потому что быть известными практически на всю страну и быть неизвестным у себя же на родине, но как-то это не очень, с моей точки зрения, правильно. С 18 сентября по 6 октября на сайте Атом.Нью пройдет народное рейтинговое голосование за участников конкурса. Имена победителей огласят на праздничном вечере, посвященном Дню народного единства. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.